Черная пятница в Ифраше. Скидки до 50% на 150 продуктов. И в продолжении темы. В Сестрорецком парке идут активные работы по замене мостов. Уже поставлен фундамент первый арочный мост. На очереди среднее звено. Ну а старую конструкцию перевезли вниз по течению реки. В район улицы Красная. Совсем скоро город с деревней Праслова свяжет новая переправа. Сооружение, что сейчас перекинуто с берега на берег, и мостом-то назвать сложно. Ветхий настил местами провалился, а железная опора ходит ходуном. Рабочие коммунального хозяйства латали его по два раза в год. Но местные все равно опасаются по мосту передвигаться. Очень уж хлипкая конструкция. Решение о возведении новой переправы давно назрело, и вот теперь появилась возможность. Работы идут полным ходом. Предварительно подготовили бетонные площадки на берегу. Сейчас сложность в том, что все три пролета старого моста и Сестрорецкого парка пришлось для транспортировки распилить. Соединяют их уже на месте. Сейчас сварены два пролета. Проведем на берегу испытания на прочность. Положим, чтобы он знал, что он не обвалится, не подведет. По зиме, чтобы для большей гарантии, значит, забурим со льда буровые сваи, 4 штуки под мост, чтобы он не прогибался, не качался, и этим самым укрепим его. В ближайшие дни тяжелая техника доставит на Красную все металлоконструкции. А вести мост в эксплуатацию МБУ «Городское хозяйство» планирует в декабре этого года.